19 рублей под сомнение. Об этом накануне в программе «После новостей» заявила председатель счетной палаты края Татьяна Давыденко. По ее словам, бизнес по перевозке пассажиров в нашем городе оценивается в 3-3,5 миллиардов рублей. Но выяснилось, что методика расчета тарифов, которая следует в Министерстве транспорта края, учитывала данные муниципальных предприятий. А вот деятельность частных перевозчиков вызвала вопросы. И, возможно, в будущем может быть даже принято решение о снижении тарифа на проезд. Устанавливая такой тариф, мы с вами прекрасно понимаем, что государственные предприятия еле-еле сводят концы с концами, но я имею в виду муниципальные предприятия, да, государственные. Вот. А частные предприятия, их экономика находится в тени. И поэтому вот здесь у нас возникли огромные-огромные вопросы именно к частным предпринимателям. Насколько обоснован этот тариф для частных предпринимателей и насколько он для них выгоден? Вы знаете, мы сделали вообще предложение очень интересное вот правительству края. Если в следующий раз не будем прозрачна экономика предприятий, то с нашей точки зрения, может быть, даже стоит и понизить тарифы.